Всем привет! Это полный апгрейд, а значит пришло время для удивительных открытий в мире новых технологий. Сегодня в выпуске. Дроны научились играть на музыкальных инструментах. Немецкий журналист показал панорамный мир. С самого высокого здания прыгнули два человека с парашютами. Летающие маленькие роботы или, коротко, дроны могут быть использованы не только в военных целях или для доставки почты. Компания KM1 Robotics совместно с Intel обучила их играть на музыкальных инструментах, практически любую композицию. Были задействованы барабаны, колокольчики, гитара с единственной струной фортепиано и многие другие инструменты. Продумано все до мелочайших деталей. Кто знает, возможно, вскоре они займут свое место на мировой музыкальной сцене. Датский видеоканал Fusic Show уже не раз удивлял своих подписчиков необычными устройствами, которые ребята сами же и создают. В этот раз они представили визуализатор музыки на основе горелок Бунзена. Их в проекте одновременно использовалось 2500 штук. Создателям устройства, которое они назвали PyroBoard, удалось создать в металлических трубках зоны повышенного и пониженного давления. Благодаря этому пламя из отверстий вырывается с разной силой, создавая на поверхности удивительные огненные узоры. Не пытайтесь повторить такое дома. Yeah.
Известный фотожурналист из Германии Йонас Гинтер показал панорамный мир в миниатюре. Свое мини-путешествие он записал на 6 камер GoPro, которые установил на велосипед. Результат потряс не только его, но и всех, кто видел его работу. На создание видеоролика Йонас потратил чуть больше года. Он перепробовал все, что только возможно, начиная с зеркальной съемкой и заканчивая поворотными камерами. Однако успех принесло только использование 6 камер GoPro. Два профессиональных французских бейсджампера Фред Фугин и Винс Раффет совершили прыжок с высоты 828 метров и автоматически попали в книгу рекордов Гиннесса. Перед прыжком команда тренировалась в горах Швейцарии и осуществила пробный прыжок с вертолета. Оставляю вас за просмотром видео и прощаюсь до следующей недели. Пока! You know, so if you are scared, if you scare yourself, there is no fun.